проверить свою физическую подготовку, улучшить результаты и, наконец, заработать золотой, серебряный или бронзовый знак. Все это возможно благодаря ГТО. Администрации города и Дворца спорта АК совместно с Министерством физической культуры и спорта подготовили выездную площадку для сдачи нормативов. В основном в тестировании принимают участие школьники. Первая задача – это популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, то есть «Готов к труду и обороне». То есть это первая задача. Ну, во-вторых, детям интересно прийти и принять участие в фестивале ГТО, пройти испытания, ну и в конечном итоге получить знак физической подготовленности. Ну, наверное, чтобы быть сильным. Мы же будущие мужчины, и уметь, ну, как всегда, постоять за себя. Сдать ГТО могли пущенцы от 6 лет и старше. Для каждого возраста свои нормативы. От количества пройденных испытаний их результатов зависит категория знака, которую получат участники. У нас работает бригада судей. Каждому судье прикреплено несколько волонтеров, которые помогают при приеме нормативов ГТО. Результаты записываются в электронные устройства, которые передаются на карты. При регистрации каждому участнику выдается карта, с которой он проходит по каждому этапу, подходит, выполняет испытания, и судьи в эту карту вносят результаты. Открыли фестиваль танцовщицы образцового коллектива «Фантазия», подарив участникам заряд бодрости перед началом тестирования. В рамках фестиваля прошло вручение знаков ГТО 4 пущенцам, которые сдавали нормативы в предыдущий отчетный период. 3 человека получили серебряный знак, а ученик гимназии Пущино Владислав Орлов стал обладателем золотого. Уважаемые присутствующие, я искренне рад приветствовать вас на торжественном мероприятии сдачи нормативов ГТО. Уверен, что большинство из вас сдадут эти нормативы. Вы смело можете гордиться собой, мы будем гордиться вами. Также хочу отметить, что знак отличия ГТО символизирует активную вашу жизненную позицию, здоровую жизнь, физическое совершенство. На фестивале была представлена новая дисциплина, которая входит во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО «Самбо». Мастерские броски, силу и ловкость продемонстрировали участники секции дзюдо «Самбо» Дворца спорта АК. На 4-м городском фестивале ГТО все желающие смогли попробовать свои силы в отжиманиях, наклоне на гимнастической скамье, подтягивании на низкой и высокой перекладинах, подъеме гири, прыжке с места в длину и выполнении упражнения на пресс. Участники рассказали о своих результатах и поделились мнением о проведении ГТО. По перекладине у меня серебро, пресс у меня золото и отжимания тоже золото. Я думаю, чтобы люди как бы, занимались спортом и были здоровыми, и их это как бы притягивало к спорту. То есть таким образом они понимают то, что спорт это очень интересно, и их притягивает вот это как раз ГТО. По подтягиваниям серебро, по отжиманиям у меня серебро буду пересдавать, а по прессу у меня золото. Я считаю, что ГТО это очень важно, потому что все-таки ты понимаешь, что ГТО это спорт, и спортом заниматься надо. Я сдаю ГТО уже 2-й год, 5-й, 6-й класс. Мне очень все нравится и буду продолжать дальше сдавать. Нормативы ГТО в этом году выполняли более 300 учащихся из 3 школ нашего города. Ксения Франзен, Екатерина Рускова, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.